то, как действует в случае, если нападающие соперники соперника заставляют тебя перемещаться, играть, может быть, не на совсем привычной для тебя позиции. Кокарев. Выбивают у него шайбу, выбивают чисто. Делает это Коньков. Коньков уже в средней зоне, набирает скорость. И можно бросить. Не стал бросать. Обвел и гол! Сергей Коньков. Блестящая шайба. Не сумел отличиться в пятой игре, но в шестой просто шедевр сотворил. На замахе убрал защитника. И с неудобной поразил ворота Александра Еременко. 3-0 в пользу Локомотива. Смотрите, как сместился в центр, замахнулся, ушел от Филиппа Новака и затем разобрался с Александром Еременко. В домик направил шайбу. Еременко уже так дернулся вправо и оставил пространство между щитками туда и направил шайбу. 17-й номер ярославца. Первая шайба Сергея Конькова в нынешнем розыгрыше плей-офф.